Яркие мамины тени, цветной костюм и красивая прическа. София Чебакова готова к награждению. 8-летняя циркачка – одна из лауреатов стипендии городского округа Самара. Несколько лет занималась танцами, но цирк увлек больше. Девочка гордится своими успехами, но и про учебу в школе не забывает. На первом месте у нас учеба. А на втором месте у нас цирковая студия. Потому что когда я вырасту, я хочу выступать, быть артисткой. Потом подрасту немножко, стану учителем. А потом, когда уже не смогу быть учителем, я уже стану директором какой-нибудь фирмы. Мама Софии Татьяна на дочь не нарадуется. И умница, и красавица. Лауреаты стипендии от администрации Самары в течение года будут получать по 5000 рублей в месяц. София сказала маме, что тратить деньги сразу они не будут. Отложат, чтобы в следующем году поехать на море. Сцена выработала в девочке ответственность, считает Татьяна Чебакова. Когда ребенок выступает, он знает, что нельзя подвести другого человека, нельзя подвести тренера. И как бы это гордость ДК нашего тренера. Это большая ответственность. Это очень хорошо. 26 ребят, преуспевших в спорте, и столько же в области культуры. Всего 52 талантливых и одаренных ребенка. Хореография, цирковое искусство, музыкальные инструменты, вокал, всевозможные виды спорта. Городская администрация оказывает всяческую поддержку и помогает развивать таланты. Это действительно гордость нашего города, гордость нашей губернии. Ведь вопросом поддержки талантливой молодежи, к этим вопросам мы обращаемся постоянно. Но это теперь и общегосударственная задача. Мало быть, да, человеком профессиональным, оттренированным, а когда выходишь на сцену, да, доказывать, да, свою конкурентность, да, свою способность, когда выходишь на татами, на гимнастический помост, помимо таланта, да, помимо профессиональных умений, это всегда требуется и стержень внутренний, да, психоволевая устойчивость. Стипендию от администрации городского округа Самара учредили в 2012 году. За это время отметили больше 200 детей от 7 до 23 лет. Каждый из них прошел тщательный отбор компетентного жюри. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.